О спорте. Ведущие бойцы России против мастеров единоборств из Бразилии. Компания Fight Nights Global провела турнир в Дагестане. В рамках бойцовского шоу зрители увидели 12 поединков по правилам ММА. Подробности вечера в материале Курбана Рагимова. В Каспийском дворце спорта имени Али Алиева по традиции яблоку негде упасть. Очередное шоу Fight Night собрало около 8 тысяч зрителей. Особое внимание фанатов было приковано к основным боям вечера. Турнир возглавило противостояние бойцовских школ Дагестана и Бразилии. Победителю первенства Европы по вольной борьбе Шамилю Амирову противостоял мастер бразильского джиу-джитсу Русимар Пальхарес. Начало боя осталось за каспичанином. Именно он и диктовал ход поединка. Однако во втором отрезке опытнейший Пальхарес выровнял положение и, казалось бы, перехватил инициативу. Но, показав несгибаемую силу воли, местный боец, которого поддерживали родные стены, выбирался из непростых положений и проводил броски. В концовке боец крепости добивал именитого оппонента у сетки. Все это и послужило основанием присудить победу дагестанцу. Отдав все силы в октагоне, Амиров едва переводит дыхание, чтобы прокомментировать бой. Слышал, что кричали «Шамиль, Шамиль». Это меня вдохновляло, это мне помогало держаться на ногах. После второго раунда я, в принципе, уже устал. У меня были проблемы со здоровьем до этого. И мне даже говорили «сними с боя». Но как-то вот я не решился, я хотел провести этот бой у себя дома. Я все-таки рискнул. И спасибо всем, кто пришел и поболел за меня, поддержал меня. В споре за титул Fight Nights в полутяжелом весе столкнулись Курбан Амаров и Фабио Мальдонадо. Выдержав стартовый штурм от дагестанского бойца, матерый Мальдонадо сумел перевести поединок в партер и провести удушающий прием. Я был готов на все, чтобы победить. Я мечтал стать чемпионом с самого детства. У меня нелегкая судьба, нет отца и матери. Сегодня самый счастливый день в моей жизни. Пожалуй, самый ожидаемый поединок вечера – Ахмед Алиев и Диего Брандао. Оба атлета показали фанатам бескомпромиссный бой, а ближе к его развязке, уже проиграв несколько эпизодов один за другим, бразильский атлет решил покинуть октагон. Свое поведение пылкий боец с непростым характером объяснил предвзятостью рефери. В связи с тем, что соперник покинул октагон, это рассматривается как отказ от боя. На итоговой пресс-конференции бойцы делились эмоциями от проведенных боев. Фанаты и журналисты задавали вопросы. В свою очередь президент Fight Nights Камил Гаджиев заверил, что идея провести один из следующих турниров на Анжи-арене всерьез рассматривается руководством промоушена. Курбан Рагимов, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ, Каспийск.